19 июля 2020. Центральный пляж местечка курортного Белгородистовского района Одесской области, Украина, планета Земля. Галактика Млечный Путь. 12:25 на морских часах. И Ириш Продакшн представляет. Солнышко раскочегарилось к обеду, но и ветерок поднялся тоже. Також. Выходной день, воскресенье сегодня. И в центре, и на пляже есть люди, есть отдыхающие. Ну, я так думаю, на выходные местные, Белгород, Днестровский, Одесса в основном. И все те же самые. Прекрасная обзорная позиция, Олежка. Ну и голос чуть-чуть уже помягче стал, да? Нежели утренний. Утренний, да, необычный, я аж сам вздрогнул. Так, поехали дальше. Утром я уже наплавался, сейчас сделал себе выходной дневной. Так, ну и там кардак, помните, да, кораблик турецкий, который прибило к нашим берегам в 2009 году. Маленький осколочек там торчит железный, может быть, когда-то дойдут до него этим летом. Фотограф Виктор Боровец, Виктор Александрович, стоит, работает, вернее, при подъеме с лестницы или при спуске с санаторской лестницы. Это фото, магниты, кружки, фото на кружках, фото ваши логотипы на магнитах. Также его сегодня встретил. Ну, также знаковые люди, лица курортного. Любит курортное, любит природу, ну и любит также свое дело, фото и видеосъемки. Короткий сюжет сейчас от Орешков. Сегодня настольный теннис, 18:00, турбаза Приморск. Курортное Open приглашает всех желающих. Тут все работает. 18:00. И лунопарк на Санаторской аллее работает. Кто спрашивал про аттракционы, пожалуйста, там за у столовой санатория Приморский. Санаторий сам не работает пока официально на месяц, а там будем посмотреть, как говорят в Одессе. И как говорят в курортном. Водные игрушки работают. Максим, Ирина, Чика и молодежь. Также здесь. Волейбольная сетка, волейбол пока пустует. С августа пляжный футбол. Ружин. Ждем Лешу и команду. С августа будут объявления. На этом свой короткий репортажик закругляю. Отдыхайте с нами, отдыхайте с Орешком. Любуйтесь рассветом. Попытаюсь как-то снять закат. Но пока не до заката, пока рассвет. Ну и пользуется спросом, смотрю. Бананы свежие, новые появились. Таблетка также, Бэтмен также, все есть. Катамаранчики пару штук стоят, ждут вас. Все на теннис, 18:00, турбаза Приморск. Приятное знакомство, познакомился с романтиками, говорят, все классно, интересно. Ну, если детки постарше, то уже не совсем интересно. И что мне приятно, что про Орешка знают, он первый раз. Да, это отзывы шикарные, да. Ой, видите, отзывы. Ну, жаль, что в этом году не вместе, да, а может быть, в следующие года будем также вместе. Вот, вот Киев, Киев с нами, Киев. Ага. Это да, застава. Застава, да. 22 года мы не были в этих местах. 22 года не были? А, ну, конечно, могли перепутать, где санатория, где... Нам здесь нравится, потому что берег. Ага. Ну да, тут детские пляжи такие, семейные. Это самый шикарный пляж,
Обзоры, смотрите, мы не видим, увидите, у меня там есть точки. А где этот санаторий преимущество? Вот за мной, он так идет, да. Сюжет, я пока свое видео закончу. Приятного отдыха пожелаем. Романтика, браслет, покажите, пожалуйста. Ага, вот вам вещдок. Вещдок. Приятного отдыха. Орешка с вами тоже, дорогие. Приятного вам отдыха. Спасибо.